смертельный, и он знал, что час его близок. Но бросив последний взгляд со склонов Парапетрина, он узрел вдалеке Кинтендратрина, мощнейший из твердых Средиземья. И осознал в прозрении смерти, что никогда не достанет у Нолдоров силы сокрушить их. Но трижды проклял он имя Моргота и оставил сыновьям завет хранить клятву и отомстить за отца. Затем он умер, но нет у него ни могилы, ни гробницы. Ибо столь пламенным был его дух, что едва он отлетел, тело Феонора стало золой и развеялось, как дым. Подобных ему никогда больше не появлялось в Арте, а дух его не покидал чертогов Манаса. Так закончил жизнь величайший из Нолдоров, чьи дела принесли им огромную славу и гибельнейшую беду. Yeah!
Зачем тебе корона, коль нет?